Всем привет! Сегодня будем сравнивать на производительность два самых популярных шага, а именно 3/8 и 325. 3/8 это у нас большой шаг с большим зубом. Не нужно путать его с 3/8 пико, который используется на бытовых пилах. Вот для сравнения 3/8 сверху, ниже у нас 3/8 пико. Я думаю, разница видна. Для сравнения взял две одинаковые шины, одинаковые цепи. То есть это у нас шины 16 дюймов и там, и там. Толщина паза 1,6, 1,6. То есть вот 16, 1,6, только это у нас 325. Это у нас тоже 16, 1,6, 3/8. Вот. Цепи подобрал также одинаковые. То есть это у нас суперзуб. 3/8. И суперзуб 325. Вот так вот для сравнения. То есть 3/8 у нас зуб немножко больше. Ну и так тоже. Видно, что звено у нас больше. Винцы также одного размера. Это у нас 325 на 7 контактов. И 3/8 также на 7 контактов. 3/8 больше примерно вот на вот столько. Ну, все из-за того, что больше шаг. Для теста использую 261 штиля. Модель имеет 4,1 лошадиную силу. И посмотрим, собственно, на какой гарнитуре пила лучше работает. Итак, шаг 3/8. Для начала прогреем пилу. Oh.
Так, снимаем шаг 3 восьмых. Устанавливаем 325. Все то же самое, 325 шаг. В общем-то, результаты вы видели. Что вы об этом думаете, пишите комментарии. И хотел подметить, что по моим ощущениям 325 шаг работает более мягко. 3 восьмых как будто бы прям рвет древесину. И это видно на вот этих вот срезах. 3 восьмых, 325. То есть видно более ровный срез. Здесь у нас прям такой вот. Грубый. А у меня на этом все. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!